Старые данные с компьютера тоже надо удалить. Ага, сделаю. Доклад по математике можно удалить. Ват, никаких игр, пока не закончим уборку. Ого! Что такое, Ник? Смотри, это же твой загрузочный файл. Эх, я помню, как долго бился над ним. Хотел создать идеального робота. Что ж, у тебя это получилось. Да, точно. Стоп, а откуда эти данные? А эти? Я так не программировал. Что значит не ты? А кто тогда? Ник, нам надо кое-что тебе досказать. Так, посмотрим уравнение. Показывает, что... Да, совпало! А теперь проверим этот код. Эй, Ник, мы дошли до финального босса, и нам бы не помешал третий игрок. Я пока не могу, геймер. Я занят. А что ты там делаешь, Ник? Я создаю совершенного робота. Кого? Робот без единого изъяна. Преданный, бесстрашный и умный, как настоящий герой. Осталось только еще раз проверить настройки 3D-принтера, и я могу запускать печать. Так, где же инструкция? Мам! Ты инструкцию к принтеру не видела? Ого! Совершенный робот-герой! Мы обязаны помочь Нику! Да, совершенство — это мой профиль! А я лучше знаю, что значит быть героем! Без нас Ник не справится! Добавь ему физической мощи и неуловимости. О, пусть еще любит игры! И знай, хочет трюков! Ребята, не все сразу! Я не успеваю! Он должен быть супербыстрым! И красивым! Пусть любит игры еще чуточку больше! Ребята, не наседайте! Эй, дай мне! Я тоже хочу! Я лучше знаю! Нашел! Папа ее как подставку для кофе использовал. Так, показатели в норме. Можем начинать! Он будет совершенным! Настоящим героем! Он... Привет, я Ро. Что? Ты на нас не злишься? Мы же влезли в твою работу. Нет, я теперь вижу, что Ро получилась такой совершенной, потому что вы тоже постарались. Ну что, послушали интересную историю? А теперь давайте закончим уборку. Нет. Что? Вы сами меня такой сделали. Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.